Всем привет! Здрасте! До этого шумели мы, теперь настало время пошуметь вам, пошуметь для нашего большого со всех сторон и смыслов друга Bloodmaster Cut. Он делает такие классные штучки, и я честно скажу, здесь они мигают, и вот это короче, не вранье, он правда это здесь делает. Иван Москвин был на барабанах, вот будет, он тоже супер чудесный, мы его очень любим, даже несмотря на то, что он придет чуть позже. Сергей Иванов вот с этой штукой пришел, и он тоже прекрасен. Давайте вообще поаплодируем клубу Козлова за то, что он собирает столько хороших людей вместе. Прежде всего, должен предупредить, данное выступление не является пропагандой алкоголя, наркотиков и призывом выходить замуж или жениться. Ни в коем случае не делайте этого. Но это все оценочные суждения автора, мнение автора может не совпадать со мнением редакции. Меня зовут Федор Фабер, давайте познакомимся с вами. Мы находимся на мероприятии Cantaloupe Jam, который будет проходить каждый понедельник. Поаплодируйте, пожалуйста, кто был в прошлый понедельник. Музыканты могут этого не делать, они все равно не слышат. Очень здорово, то есть получается, можно повторить все то же самое, никто ничего не заметит, и плохих отзывов все равно будет меньше. Ладно. Меня зовут Федор Фабер, вы тоже поняли. А давайте поиграем в другую игру. А каких профессий сегодня здесь собралось больше всего? Кто из сферы IT? Можно покричать? IT? Ну, я понял, но кричать не любят. Дурацкий вопрос спрашивает интровертов, покричать. Я понял. А есть что-нибудь связанное с автомобилями и Москвой? Например, с прекрасными хордами московскими? Нет? Как здорово. Я так понял, в понедельник вечером в пары ходят настоящие люди искусства. Я тоже человек искусства, так сказать, я контрабасист. Но идентифицировать меня на улице как контрабасиста крайне сложно. Просто я ребятам вписался в понедельник на такой небольшой разогрев. То есть дальше будет отличная музыка в стиле хип-хоп, в стиле современный джаз. То есть если у вас дома были патрули или скейты, или вы пинаете иногда сокс, вам так понравится. Супер молодежное мероприятие. Просто огонь в следующий раз обязательно берите. А так, я обычно контрабасист, вот та вот штуковина, это небольшая скрипка, это контрабас. Но на улице меня все равно никто не может узнать. Никто не знает, как он называется. И то, что я не совершаю преступлений после работы, не граблю людей, а это чисто моя гражданская ответственность, потому что меня бы все равно никто не опознал. То есть, чтобы определить, что я контрабасист, ну, недостаточно даже сказать, что ты контрабасист. Меня недавно сотрудник ДПС остановил ночью. Я очень подозрительно ехал, конечно, подозрительно один на пустой дороге. И он меня остановил, я ему дал документы, и он смотрит, что у меня торчит контрабас между сиденьями. И переднее сиденье сложено, там тоже какая-то штука. И он так посмотрел и говорит: «О, а ты что, музыкант?» Я говорю: «Да, я музыкант». Он говорит: «Это что?» Я говорю: «Контрабас». И он такой: «О, так значит, ты гитарист». Вот, поэтому даже если я говорю, что это контрабас, я контрабасист, никто это не поймет, но это не важно, меня перестало оскорблять, что это называют большой скрипкой, потому что, во-первых, это неправда, контрабас произошел от виолы до гамбо, это такой древний инструмент, ну, долго объяснять, в общем, гаишнику тоже я не стал это все рассказывать, и это звучит вообще не оскорбительно после того, что я один раз услышал у себя дома. У себя дома я заходил в подъезд, я просто на третий этаж, я езжу на лифте, потому что там очень много дверей. У меня самая большая проблема – двери. Я очень маломобильный гражданин, поэтому я отлично знаю, где я могу пройти с контрабасом в метро, а где не могу. И открывается дверь, оттуда выходит маленькая девочка с мамой, и на вид ей там лет 6, что ли, и она так смотрит на меня и говорит маме: «Вау, вот это большая кегля». Я еще не убил в этот момент, просто я таким трудом, таким сдержался. Меня развеселило только одно, если она думает, что это кегля, боюсь представить, что она думает, какого размера должен быть шар для этой кегли. Но это ладно. Давайте Виталику Братыхину поаплодируем. Он потом будет все это делать, и только благодаря ему я здесь, поэтому винить его можно в этом. Там, кстати, есть аккаунт в Инстаграм. Вообще, контрабасистов вы, наверное, не часто встречали на улице. Даже если в центре живете. Или встречали. С такими большими рюкзачками. Вот сейчас контрабасистов стало категорически мало. И на улицах их встретить — это большая удача. То есть можно смело загадывать желание.
Но в Советском Союзе все было лучше, даже контрабасистов было больше в разы. Все очень просто. Вспомните любой ДК, любую администрацию. Самое вообще заезженное. Мы в Анжаро-Судженск ездили, когда в Сибирь. Да, мы ездили в Сибирь. Там в местном ДК тоже были контрабасисты. И здесь, в Москве, они были. Помните вот эти в сталинских домах двери трехметровые, высотой 2 в ширину? Это для того, чтобы контрабас не снимать. Чтобы ты мог заходить в дом, не снимая контрабас. И, собственно, подземные-то переходы, ну, Сергей Семенович молодец, очень сильно похорошила Москва, представляете, вы когда пойдете, посмотрите обязательно. Но в Советском Союзе таких подземных переходов не было в таких количествах. Потому что контрабасистам очень сложно с контрабасом. Ну, вообще, как сейчас их так много стало, что приходится заниматься, так сказать, танковым биатлоном, попадать в эти... в двери в подземном переходе. Просто когда ты с ним нагибаешься, он становится как такая небольшая башенка у танка. И, кстати, могу сказать совершенно точно, человеческий контрабасовый танк, как настоящий танк, абсолютно бессилен против пехоты. То есть утренние бабушки, вот когда, не знаю, куда ездят пенсионеры по утрам, но когда я езжу вместе с ними, вот пенсионерная пехота просто ни один подземный переход не даст тебе преодолеть, не форсировать ни одну реку. А вообще это так небольшое отступление, чтобы вы поняли, что у вас не самая худшая работа на свете. Потому что мы работаем по пятницам и по понедельникам отдыхаем, а вы и отдыхаете, смотрю, по понедельникам тоже. Вообще, я хотел бы сегодня поговорить о самом главном, о самом светлом чувстве на свете, о любви. А, вот женатые мужчины здесь в зале, вот сейчас, вот что бы я ни говорил дальше, не делайте этого. Поверьте, прям будет. Аплодируйте, пожалуйста, те, кто недавно влюбился, те, кто обрел это светлое чувство вновь. Да нет, ну не может быть, ну... Да не обязательно, если человек с вами, он может сказать, что про него, если вы не женаты. Серьезно? А зачем? Что вы делаете вообще в свободное время от работы? Вот одно дело я в свое время ходил на работу очень часто, приходил домой, сел, всплакнул. Потом это, значит, воду вскипятил и пельмешки в ней сварил. Ну, вы так прекрасно все выглядите, и в вашем сердце не живет любовь. Или все женаты. С другой стороны, это очень здорово, потому что вам не нужно аплодировать, потому что вы уже давно обрели того человека, который греет вас изнутри, ради которого вы готовы каждый день совершать подвиги, и он вас так вдохновляет, что вам сложно это выразить словами. Я это сделал за вас. Не благодарите, можете подписаться в инстаграме, кто-то правильно назовут. Влюбленность – это прекрасное чувство. Я просто тоже недавно влюбился. Честно, я не хотел. Вот, ну, где я и где вот это все? Я был убежденный холостяк. То есть я знал, что это прям не мое. Вот у пиратов есть вот веселый Роджер. Вот когда он его вешает, его все, значит, он идет на таран. Вот на войне там вешают всякие стяги, флаги и вот все это... И я гордо тоже нес свой флаг, свой стяг, так сказать, холостяк. Но даже я не смог стоять перед обаянием настолько прекрасной девушки. Вообще я из Питера, кстати, приехал. Я приехал из Питера где-то 5 или 6 лет назад. И так совпало, что я обрел вторую молодость, второе взросление. Приезжий меня поймут, вот когда ты сначала приезжаешь в Москву, и ты учишься, что там арбатская фиолетовая, арбатская синяя, так, значит, левая рука это синяя, правая это фиолетовая, мы выходим, куда я попал. Или, например, ты выходишь и понимаешь, что это все здорово, но ты не столько зарабатываешь, чтобы ходить во вкус вилл за помидорами по ночам. Они очень классные, супер вкусные, но нет, надо найти другое. И ты вот так вот ходишь, ездишь, узнаешь город. Если ты на автомобиле, то ты еще ищешь, где бесплатная парковка, какое она время. А вот тот Крайслер фиолетовый, он с работы уезжает в 5.40 или в 5.45, чтобы приехать как раз к нему, в обход тому Майбаха, который таксишник занимает его место потом. И учишься одеваться, как москвичи. То есть вы заметили, что коренные москвичи очень сильно отличаются от других городов тем, что... Если он живет в центре, если он коренной москвич, и он выглядит как бомж. Серьезно, вы видели этих людей? Они выходят из дома, такое ощущение, что им неоткуда выходить. Ну, откуда они вышли?
А бомжи, наоборот, одеваются так, что мне иногда стыдно. Вот честно, я вчера... В общем, так получилось, что мы с другом шли, и нам подарили два батона. С грузовика они просто разгружали, и мы настолько плохо выглядели, что мы на них засмотрелись, и нам предложили два этих батона. И мы их взяли, но потому что неудобно отказываться, когда люди думают, что ты настолько нуждаешься. Пускай они думают, что они сделали доброе дело. И вот я думаю, товарищ, говорю, надо вручить этот батон, потому что он действительно в нем нуждается, потому что на ночь мне нельзя есть такое количество углеводов. И мы нашли людей, которые спали на лавочке, обнимались и выпивали, и одежда была у них чище, чем у нас, и мы поняли сразу, что это бомжи. Спросили на всякий случай, да. Так и оказалось, мы им вручили эти батоны. Вот. А коренные москвичи выглядят так, потому что у них возникает желание к ним подойти и спросить мелочи, или же какой-то совет. Они живут самой классной жизнью на свете. Вот, и ты учишься, как одеваться, как москвичи, куда ходят москвичи, и вот. И постепенно ты от фазы школьника, который не знает, куда ехать, и не знает, где одеваться, ты переходишь в фазу подростка. Вот я до нее дошел. Вообще, второе детство — это мега круто. Ты стал умнее, начитаннее, и при этом тебе доступен весь спектр развлечений. Даже больше мама тебе не скажет, мы не пойдем вечером туда, потому что мне завтра рано на работу и еще готовить обед. Теперь это на твоей совести. Теперь ты несешь ответственность за то, что ты не выспался, не поел, но зато сходил там, например, куда-нибудь там, куда дети ходят, неважно. И каждое, причем это развлечение, ты можешь обосновать. Ты стал умнее, сильнее, моральнее, тебя не задавить. То есть, например, в выходной день ты можешь посидеть дома и посмотреть смешариков. Не потому что они веселые и забавные, а ты своим друзьям говоришь, в них очень глубокий, ироничный и постмодерновый смысл, великолепная музыка и сюжеты такие глубокие, что в них с первого раза-то не разобраться. В детстве они не так нравились, а во втором детстве ты еще для почвы постмодернизма можешь накуриться. Например, я вот в батутный парк ходил недавно с товарищем. Мы как, ну, спорт, надо держать себя в форме, надо что-то интересное. Ну, я, короче, прыгал, представляю, что я крош, значит. Ёлки-голки! Ну, есть одно отличие. Настоящий крош вряд ли бы потом пошел в бар мрачно накидываться сербскими настойками. Ну, мне кажется, хоть у Копатыча характерная фамилия, возможно, откуда-то оттуда, но вряд ли он для смешариков делает настойки. И войдя во второй подростковый возраст, кстати, вот я наконец-то вновь влюбился. Как подросток, до безумства. Причем этот подростковый период имеет только плюсы. Влюбленность — это вдохновение, это радость, прилив сил, например, продуктивности. И самое что крутое, влюбленность же бывает безответная. У вас когда-нибудь была когда-нибудь безответная влюбленность? Можно так сказать, ну, если вы стесняетесь, нет. Вы такие прекрасные все, что у вас безответного влюбленности точно не могло быть. Вот особенно мужчина в наушниках, он явно рассказывает девушке, как она упустила вот эту возможность. Вот, и если они чувствуют тебя зародились, они же принадлежат тебе. То есть это даже удобнее, когда это невзаимно. Ты увлекаешься процессом, больше работаешь, есть силы заниматься творчеством, работать. Бодрый, начинаешь следить за собой. И не дай бог, она ответит взаимностью. Придется вместо студии вечером ехать на свидание. Вместо того, чтобы писать стихи, ты будешь вынужден обниматься, сидеть вот молча, за ручки держаться. Или после смены на работе, прикинь, вот тащиться, например, в Бибелево. Для того, чтобы просто кофе попить, который ты ночью не пьешь, тебе и так стрессово. Ты в Москву приехал работать и добиваться, так сказать, социальных респектов. Но вот настоящие взрослые люди, они делают максимально правильно. Нахрен не поеду в Бибелево сегодня. Я лучше представлю, какая она недоступная, идеальная. И песню напишу. А потом эта песня стрельнет, и все тёлки будут мои. В смысле, она меня полюбит, она поймет, насколько я люблю. Или вот звонить ей не буду. Не буду ей принципиально звонить, не буду писать. Я лучше представлю, что она с каким-то быком там где-то, на свиданке, он ее кофе там поет вот этим бибелевским ночным. А я на следующее утро пойду качаться. Короче, раскачаюсь, буду как этот Дуэйн Скала в фильме «Джуманджи».
душевный, добрый, но сильный. И этому козлу потом по рогам надаю, и тогда все бабы меня полюбят. В смысле, она тогда поймет, как она мне дорога. Вообще, возраст – это странная штука. Вот вам девушка с телефоном обычно сколько лет дают? На вид. Не, я не скажу как барменам, что сюда нельзя, наверное, несовершеннолетних пускать. Но вы в следующий раз все-таки ходите в бар, где нет алкоголя. Паспорт получите, конечно, приходите. Вот это отлично. Понимаете, как здорово. Вот вам, вашему мужу, да? Вашему другу. Вашему другу вот сколько можно на вид дать? Нет, не жалко, я бы что угодно вам дал. 50, 60. А, не, наоборот. Ну... Мне 25. И мне было странно это слышать. Но я вот вошел в тот возраст, когда мои одноклассники, бывшие, ну, как бывших не бывает одноклассников, это, понимаете? Те, с кем вы жгли петарды, а потом кого-то из вас одного наказывали, это не забывается. Бывших одноклассников нет. И это очень странно было слышать, но пару лет назад это началось, мои одноклассники начинали говорить очень странные слова. То есть я решил сделать предложение, мы помолвились, я купил кольцо. Странно слышать, что это предложение не посмотреть выходные смешариков, купить кольцо кальмара и накуриться. Ёлки-иголки, они женятся! Причем делают это абсолютно разные люди, даже музыканты. А вы знаете, чем пицца отличается от джазового музыканта? Пицца может накормить семью. А вот когда женщина притягивает мужчину, вот она его сподвигает на великие свершения, ты вот только о ней думаешь, вот ходишь такой вдохновленный, это как называется, вот женщина такая? Как ее зовут? Поэты там всякие. Точняк, это муза. А когда наоборот, наоборот же такое тоже бывает, когда вот мужчина вдохновляет женщину, она готова для него все угодно сделать, даже его прописать. Обычно это называется безработный алкоголик. В крайних случаях, если он очень сильно вдохновляет, значит, он еще сидел. Мне вообще очень странно, потому что я, когда играю на контрабасе, аплодисментов не слышу, потому что музыка гремит. А так мне очень неловко, я вас всех боюсь страшно, понимаете? Столько красивых девушек в одном месте никогда не собиралось, а я тут рассказываю, как бы, что... там все такое. Давайте меня тоже поддержим. Че, клуб козлов, все такое. Я вот уже в тот возраст вошел, когда люди узнают, что я музыкант, что я так, ну, не постоянно работаю, что я так, ну, академию недавно закончил. Они дают мне специально меньше лет, чтобы я чувствовал себя все еще молодым. Понятно, что Владимир Владимирович считает молодым все, что моложе 35, федеральным законом 19 года, но это подтвердил. Все равно мне дают чуть меньше, потому что я типа молодой, перспективный, скоро работа будет, там, какая солярность кучу, в таком духе. Ну, не, типа не то, что я безработный лавок, значит, только выпустившийся из академии, там, перебивающийся где-то по квартирам. Но я себя ощущаю вечным студентом. То, что студенты — народ очень хитрый и романтичный. Я вот как вечный студент сам могу сказать, это работает. Когда у тебя мало денег, ты так извернешься, что просто любую сумасшедшую схему придумаешь, чтобы просто не отдавать последние деньги, а хоть как-то прожить. Вот, там, например, вот хорошая же идея сходить там в субботу на какое-нибудь новое продолжение, там, как это, 3 метра над уровнем неба 10. Или там, как там, что там сейчас смотрит молодежь? Что это с Галустяном, какую-нибудь романтическую комедию? Ну кайф же. Ну, типа, нормально за 800 рублей, вот, типа, сходить. Ты за день ты получаешь 800, наверное. Ну, по ощущениям, сколько у тебя остается, пока ты с работы до дома доезжаешь. Так, может, мы, дорогая, сходим домой? Ты вообще... смотрел смешариков? Ёлки-иголки. Они такие постмодерновые, метаироничные.
Я бы вообще сказал, что это такие вот уловочки, это тест на совместимость. У всех же есть такие, ну, по-любому. У мужчин точно есть небольшие такие тесты, насколько тебя девушка принимает и как ты ей подходишь. Вот один мой знакомый водил подружек на выставку современных авангардных художников. Он это все дело очень любил. И вот они, значит, смотрели на этот авангард. Она смотрела задумчиво, потому что не понимала, что происходит. Она смотрела задумчиво, потому что он знал, что здесь происходит. Он уже который раз на эту выставку приходил. И вот после этого начиналось чтение стихов его любимых. И только одна девушка от него не сбежала после такого мероприятия. И вы не поверите, вот он на ней женился. Она не заснула там стоя и подождала как бы. И высказала свое мнение по отношению к художникам. Они сошлись и советом для любовь, потому что чем больше девушек выходит замуж, тем меньше вероятность, что заменяет. Нельзя не радоваться. У меня тоже есть такое же испытание, но оно гораздо серьезнее, прям вот в разы. Это моя машина. Если на Иже в свое время писали «Иш-О-Да», то на моей машине должно было быть написано «О нет, Господи», а не Volkswagen Golf. Но для меня эта машина очень много значит, как для контрабасиста, это просто моя палочка-выручалочка, помимо смычка. Потому что туда можно положить контрабас, туда можно положить бас-гитару, туда можно положить костюм нормальный, чтобы ты мог переодеться в коренного москвича, например. Она почти как икона для меня. Да не почти, она тоже мироточит. Вот сейчас должен объяснить. Volkswagen Golf не течет, он мироточит. Если ночью твой Golf мироточил, Volkswagen, значит, утром он заведется и поедет. Пока они мироточат, они едут. Ну, внешку у меня так себе, это Golf 97 года, это третий Golf. Я думал раньше, что цифра 3 означает, это то, с какой попытки втыкается первая передача. Потом оказалось, там было еще два удачных гольфа, и, как говорится, Бог любит троицу, поэтому это самый мироточащий Golf. Снаружи она вся чуть-чуть подгнила. Ну так, это Питер, потом Москва, там. В Питере же, знаете, много соли, она на каждом шагу. Кто туда ездил, может быть, специально ради соли туда и ездят, вот это сказывается. И кажется, что ее снаружи чуть-чуть поели мыши. То есть смотришь на крылья, передние, задние, и кажется, что ее чуть-чуть погрызли мыши. Но вот мне так показалось. И я решил, что вот это вот настала та пора для студенческой смекалки, для вот того самого. И я нанесу превентивный удар. Я каждый раз наношу этот превентивный удар. Вы так взяли ножку, и вы тоже хотите нанести мне удар. Я, честно, я ни при чем. И я очень хорошо готовлю, я очень люблю кулинарию, удивлять девушку кулинарии. И я как бы понял, что это мой козырь и мой шанс. И я всегда говорю, что видишь эту машину, я просто очень круто готовлю. Я очень долго учился, меня учил готовить сам Рататуй. И в какой-то момент я так круто научился готовить, что мы с ним разошлись не очень удачно. И он затаил обиду, и наказание за это он, короче, погрыз крылья на моей машине. Она немного погрызена, но это фигня. Задняя дверь багажника, вот это самый топ. Когда у тебя серебристый, грызенный Рататуй Golf, и сзади красная дверь, это очень сильно бросается в глаза, несмотря на что. Но здесь тоже девушки любят романтику, они любят, когда ты изобретаешь что-то новое. Особенно если они спрашивают, а почему у тебя дверь задняя красная, это значит, они не понимают, и вот это она, поле ментального боя, ты можешь его выиграть, и тогда она сядет в нее. Просто из уважения к этой истории. И я не придумал ничего лучше, кроме как сказать, что у меня была первая машина, Volkswagen Golf, и я как-то ехал, ну, там по-разному, кто что любит. Поаплодируйте, кто любит котов. А кто любит собак? Вот, я как-то раз ехал с третьей работы сзади, играл там для детишек, для старичков, для всех, ехал в собачий приют, чтобы отвезти собакам корм. И в меня въехал жесточайших размеров грузовик, страшнейший, меня чуть самого не переживало. И вот я разбил эту первую машину, когда оправился от шока, вышел из нее, пошел купил новую, но в память о первой машине, которая так верой и правдой мне служила, я поставил на новую машину единственную уцелевшую в этом страшном ДТП деталь – красную заднюю дверь. Именно поэтому у меня серебристая машина с красной дверью.
Романтично? Ну, конечно, ну как? Надо быть просто бессердечным. Знаете что, эта девушка прошла это испытание. Она даже стояла и ждала, когда я выложу из Volkswagen все вещи, сложу переднее сиденье назад, погружу их, хотя это скорее испытание для меня, это все собирать, разбирать. Это все равно, что одежда. Ты приходишь домой, складываешь, ты же ее завтра наденешь, ты хрена ее вешаешь в шкаф. Зачем? Да ты из той же серии. И пока я бегаю как подросток, ищу цветы поинтереснее, мои друзья вовсю стареют. По-другому это уже не сказать, потому что сначала они говорили про свою девушку, моя жена. Да ладно, странный слэп, может, это нормально. А потом начался другой момент, когда твой друг говорит про жену супруга. Вот это все. Это значит больше никаких смешариков, и чипсов, и мороженого. Только водка во дворе. То, что гаража еще нет, он еще как бы молодой. Но это именно тот момент, чтобы подарить самый главный атрибут взрослой жизни. Скоро же лето все-таки, ему надо куда-то с супругой ездить. Кожаную барсетку, помните такие вот, с ручкой кожаной? Вот это самое то. Круче этого только когда они говорят «союз», и после этого остается только дарить норковую шапку меховую. И вот это так. И мужчины очень сильно тупеют, когда влюбляются. Мне это не страшно, мне как бы нельзя уйти в отрицательное значение тупости, но нормальные мужчины тупеют, у них пропадает критическое мышление, они все время смотрят с дурацкой улыбкой и ничего не могут сказать, кроме как это, а как тут вообще вести себя, как ее очаровывать? Все цветы тут даже бессильны, особенно если она с ребенком. Вот тут просто все без шансов. Но на помощь нам идут романтические комедии, нулевые, помните такие? Потому что ребенок на самом деле очень серьезный конкурент тебе, потому что вы с ним находитесь на одном интеллектуальном уровне в этот момент, когда ты влюбленный, и ты ухаживаешь за ней. Даже нет, скорее, он лучше тебя, потому что тебя-то не поцелуют, если ты накануне сделаешь все уроки. И тут ничего, кроме романтических комедий и нулевых, нам не поможет. Помню, такую вот комедия была с Арнольдом Шварценеггером, что ли. Там какой-то чувак, значит, ухаживал за девушкой, они, значит, что-то встречались, и потом она должна была срочно уехать в какой-то город навсегда. И он гнался за ней, и вот, значит, догнал, остановил самолет, они все обнялись, ее сын обнял его, она обняла с ним, и она говорит, а давай дядя будет наш, значит, папа, и она, да, они все обнялись. Вот, и здесь нужно именно так, чтобы все удачно прошло, обязательно устранить самого главного конкурента, то есть подружиться с ним. Любыми правдами и неправдами просто отмазать его, чтобы он был на твоей стороне. Фильм, кстати, «Лжец» назывался, там, по-моему, Шварценеггер играл, а все-таки Джим Керри. Но было бы все равно круто, представляете, фильм, где Шварценеггер бежит за кем-то, не чтобы убить, не потому что он его ненавидит, а потому что он его очень любит, просто хочет обнять и быть всегда с ним. И вот нужно максимально сделать упор на задабривание маленького человечка. Ненавязчиво, но методично. Подарочки для нее, для него. Развлечения семейные, желательно втроем. И в будние дни, это тоже по-студенчески, это дешевле и мило. Например, можно сходить на показ полнометражных смешариков. Но елки и иголки, ни в коем случае не накуривайся перед ними. Он пока тебе не друг, он ищет повод, чтобы сказать маме, что этот чувак нам не нравится, и мы его не примем. И для него они не постмодернистичные, не ироничные, они просто прикольные. И вот представляешь, если все пойдет успешно, вы, значит, встретитесь в парке в воскресенье или где-то еще, ты подаришь ей цветы, подаришь ему там какую-нибудь штуковину тоже. И скажешь, дорогая, я очень долго переживал, но теперь решился. Я очень люблю тебя, давай всегда будем вместе, и сын обнимет тебя, повернется и скажет, дядя Федя так нас любит, давай он будет нашим папой, обнимет тебя. Она уже поцелует и тебе на ушко чуть-чуть шепнет. Слава богу, ты не педофил. Приезжай сегодня ко мне вечером. Спасибо, у меня все. Если вы как следует похлопаете, она увидит это и подумает, что это было классно. И тогда мне не придется в следующий раз сюда приходить, мы пойдем в нормальное место. Спасибо. А тебе Виталий Братохин, Сергей Попов, Максимилиан Шевалев, Григорий Кукин.
И каталог Джем.